Собираем Stern Urban 2.0 модель. Что здесь мне не нравится? Смотрите, какой переклюк. Shimano TZ, но это совсем-совсем уже дешман. Уже просто, посмотрите, вот эта металлическая пластинка отразительная. То есть не могли поставить нормальный переключатель на 200 рублей дороже. Передний переключатель, смотрите, турней. Просто вот его, когда тянет вниз вот эта штучка, вместо того, чтобы ходить вверх-вниз, он начинает вот так изгибаться, ломаться. Жесть. Так-то велик вообще прикольный. Черный, с красным. Офигенные покрышки такие симпатичные. Хороший накат будет по асфальту. Рулец, правда, дурацкий. И вынос регулируемый. Непонятно зачем, когда можно просто было бы вынос поставить какой-нибудь хороший, прикольный. Ну ладно, сделали так сделали. Но, блин, отразительные переключатели. Не знаю. Зато дешевый. Дешевый велик. С моей скидкой получается, там, я не помню, 1011 что ли он. Вот опять привезли на сборку, перебираем.